Утро 20 дня начинается с того, что я пробую готовить гриб, который бы вчера еще обошел стороной. Но когда я увидел, что эти грибы продают, и это местная такая достопримечательность, я сорвал один и попробую приготовить сегодня. И еще маховики. Еще в этой поездке маховиков я не пробовал. Этот гриб, как масленок, нужно очистить от шкурки. Дожаривается наш гриб. Масло подсолнечное закончилось. Жарил я на сале, но с луком и чесноком. Думаю, настанет такой момент, когда уже можно продегустировать этот гриб. Так, накладываем жареное на хлеб. И пробуем, какой же он, этот гриб, на вкус. Очень приятный. Теперь я открыл для себя еще один вид гриба. Очень вкусно. Очень. Доброе утро. Приятного аппетита. Жаркий сегодня день. Еду такое, как обкумаренный. И вот уже выезжаю из Хмельницкой области. И сейчас буду въезжать в Винницкую область. И это будет 7-я область в моем путешествии. Какой-то бесконечно далекий был этот город Бар. Что это за город? Наконец-то я к нему добрался. Дорога вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И грозы постоянно меня преследуют. Не было еще ни одного дня в течение 2 недель, чтобы ни разу меня не намочило. Здесь вот интересно, есть такая развилочка, написано «Винница, 65 километров», «Новая Ушица, 45 километров» и «Шаргород, 57 километров». То есть такая себе взлетная полоса в разные стороны. Вот уже мне нравится то, что я вижу. Очень красивое озеро, это запруженная река и целая сеть озер. И вот так на фоне озера аж 3 храма виднеется. Очень живописно. Номер 1. Это даже похоже на целую какую-то монастырскую обитель. Сейчас узнаем. Открыта дверца. И мы туда попробуем проникнуть. Такая высокая башня. Появляется тут такое сгромадження сестер Бенедикток. Місіонерок. И вот уже со двора этого монастыря мы видим еще 2 храма, костел и православный.
не зря я ехал целый день с такими трудностями, с такой монотонной, неинтересной дорогой, для того, чтобы сейчас произошла вспышка эмоций, потому что много интересных для путешественника моментов здесь есть. Посмотрите на этот величественный костел неоготика. Какая красота! Рядом храм православный. И это еще не все. Вас ждет сюрприз. Подождите немножко. Приз, который я вам обещал. В Баре, оказывается, есть замок, построенный в 1537 году. И подивіться, будь ласка, знову. Це що ми бачимо? Ми бачимо фортецю, зірку. Не знаю, що ми зараз побачимо, но попробуємо побачити щось інтересне. Видим тенистый парк, остатки стен, ну а практически замка как такового уже нет. Хотя 20-й день и не был слишком насыщенным, но очень символично, что он заканчивается в Баре. Я имею в виду в городе Бар.